Комара отца все еще в раздрае. Дай знать, когда достанешь решетку. Где на побережье ребята промышляют редкими запчастями. И у них вроде есть решетка на Камаро 67-го года. Вот только продавать не хотят. Может, съездишь туда и уладишь дело? Не вопрос. Спасибо. Только учти, эти ребята не любят ездить по дорогам. Я отправил туда тюнингованную тачку. Вдруг пригодится. Привет, это Уэйн. Я тут кое-что подыскал, если тебе это интересно. В этот раз нормальная трасса, все серьезно. Заскочи ко мне, будет весело. Говорят, шоу еще в бегах. Волнуешься? А ты нет? Он же реально невменяемый, а мы сильно испортили ему жизнь. Если есть мозг, он не сунется. Мозги — это не то, что ассоциируется с этим парнем. Может, Мерсер взял его прокатиться? Болото Гренады кишат аллигаторами. Ха, интересно, вкусны ли копы без мозгов? Thank you.
Лукас говорил о решетке для классического комара. Я сказал, что он давно вне игры. А я не веду дел со всеми подряд. Я не заставлю тебя передумать? Может, если обгонишь меня. Можешь больше, чем тот выдохшийся механик. Удачи на твоей стороне! Получить эту решетку. Стой! Какого хрена? Он не виноват. Я его прогнала. Что? Зачем? Как он и сказал, я не веду дел со всеми подряд. А ты? Так, а вот и так хотел впечатлить. Решетка уже едет к Ривьере в гараж. Кто рассказал, что я живу там? Ну, у тебя на трубке полицейский сканер. Но мне он нипочем. Взломала его? Создала. Я тебя скоро найду. From the
Привет. Решетку привезли. Похоже, у тебя все получилось. Спасибо.